Привет, друзья! Рада снова быть с вами. Кому-то хочу заснять сегодня видео, как по мне, то весьма полезное для мамочек и кто готовится стать мамочкой. Вот. Это влажные салфеточки. Их такое множество выбора, что иногда просто глаза разбегаются. Я не знала, допустим, когда я была беременна, я не знала, какие выбрать, на что обращать внимание, на что не обращать внимание. И в принципе, я спрашивала даже совета просто в магазине у мамочек, которые покупали для своим деткам, что, чем вы пользовались. В итоге я для себя за этот год, почти год, как мы живем с малышами, скажем так, использовала очень много разных видов. Расскажу вам сегодня о тех, которые мы чаще всего покупаем, которыми мы чаще всего пользуемся, и которые мне очень сильно нравятся, и которые мне не нравятся, и которые я больше никогда в жизни не куплю. Начну, наверное, со среднего такого варианта, который, и в принципе, достаточно неплохой вариант, которым мы пользовались при рождении деточек. Это салфеточки Uni Baby фирмы, называется Uni Vibes. Они для новорожденных идут желтенького цвета. И расскажу вам для начала о плюсах этих салфеточек. Первое, это что очень важно для меня, это крышечки. Они очень легко открываются и закрываются. И довольно легко сохранить влажными их, потому что это очень важно. В остальных, которых стикеры идут, они очень часто отрываются, и салфеточки высыхают, к сожалению. Поэтому я чаще всего беру с крышечками. Для новорожденных они идут желтого цвета, как я говорила. Они идут без запаха. Они идут просто с водичкой. Я исключительно беру салфеточки, где есть с водичкой. То есть не хочу никакие крема добавлять, ничего такого. Легче взять кремчиком детским помазать попочку. Вот. Это, скажем так, для новорожденных самое оно. И крышечка, и без запахов, и водичка. То есть, в принципе, достаточно хорошо, но единственный есть минус. Они достаточно тоненькие такие, и ну, неприятные, но не сильно приятные на ощупь, но в тех, помню, желтеньких Uni Baby, они достаточно были хорошими. Вот, это так. Также для новорожденных, для деточек, есть влажные салфеточки Pampers Prima. Почему они мне не нравились? Потому что именно они были без крышечки, с липучечкой, которая отрывалась. Это не очень приятно, не очень удобно, скажем так. По качеству они, может быть, даже и не очень плохие, но мне они не пошли. Решать вам, конечно же. Что я вам не советую никогда покупать? Это вот такие салфеточки. Называются они Camille Soft. Это хоть и крышечка, но это ужасная крышечка. Это сейчас ее открыть можно, потому что салфеточки почти закончились. Но закрыть ее до сих пор тяжело. Ужасная крышечка, ужаснейшая крышечка, как и салфеточки. Салфеточки, если вытягиваешь, они вытягиваются все вместе. Кстати, вот на что я никогда бы не подумала обращать внимание, так это на то, как вытягиваются все вместе салфетки. В Pampers Prima то же самое, почему они мне не нравились. Uni Baby то же самое. Камели вот эти вот то же самое. Вытягиваются они просто вот веером, каким-то конвейером. И очень, ну как бы много, когда ты спешишь, когда ребеночек крутится, тебе это неудобно. Тебе нужно, чтобы по одной... И все, вытер попочку, и все хорошо. Поэтому у нас по чистой случайности появились любимцы в салфеточках. Это Sleepy. Это вот такие вот прекрасные салфеточки. Я думаю, что они есть разных видов. И, возможно, есть для новорожденных. Эти идут с запахом, с водичкой и хлопковые. Они очень легко открываются. Очень легко закрываются. Вот эта крышечка не отрывается. И вытягиваются они по одной салфеточке. Та-дам! Это самое классное, что есть. Они плотненькие. Ты когда вытираешь попочку ребеночка, ничего не просачивается. Все впитывается вовнутрь и ничего не остается у тебя на руках.
просто вообще для меня это теперь самые любимые, самые классные салфетки, которые есть в мире. И по цене, я хочу вам сказать, это достаточно хороший вариант. Они не дешевые, но они и недорогие. Они не безумно дорогие, как другие, как Памперс, к примеру, Прима. Также мы пользовались Хаггис, вспомнила. Хаггис, девочки, Хаггис мне не зашли. Они дешевле. Они идут и с крышечками, и без крышечек. Выбирай, какие хочешь. Но они мне не понравились, потому что они все идут с запахом, причем с таким запахом резким каким-то. Ну, мне не понравились. Может быть, вам понравится этот запах, я не знаю. Но вот такая вот ситуация. Поэтому у меня фавориты на сегодняшний день Sleepy. И слава богу, что я их нашла. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам эта информация поможет. Надеюсь, поможет. Не судите строго. Я только начинаю снимать видео.